Ты вовремя. Тут кое-кому нужен Вивиро. Ты доставляешь? Я собираю бабло. Для кого это? Не пробовал? Я как-то взял одну и подсел. Теперь моча красная. Будешь? Нет. Кто нам платит за Вивиро? Пока не грохнули Кастильо, попросим другие вкусы. Это Янки. Хуже. ЦРУ. Что? Либертад спуталась со сраным ЦРУ? А что скажет Клара? Ну, если узнает, надеюсь, скажет спасибо, Хуан. Теперь у нас есть пушки, чтобы убивать фашистов Кастильо. Ну, типа того. Свобода стоит денег. Клара не спрашивает. И я молчу. Это закрытый клуб. Только ты, я, ну и конфетки Антона, конечно. Кларе нужно беречь репутацию. Ты ее защищаешь? Сомневаюсь, что о Кларе забочусь только я. Помни, после Ла Революсьон у нее не будет времени на таких, как ты. Так, на всякий. Вот это я понимаю. Рассказывал, как в конце 80-х устроил переговоры между Янки и картелем Синалоа. Если отвечу да, ты ведь все равно не заткнешься. В общем, наркоторговцы хотели отмыть бабки через американскую недвижимость. Дело на 50 лямов. Офигеть, Хуан. Я даже уговорил их подкинуть мне пару кило продукта. Потом перепродал, но все деньги спустил в Монте-Карло. А мне-то это зачем знать? Да скучно мне тут, суверта. Один есть. Рад тебя видеть, Дани. Первая посылка доставлена. Ладно, слушай, я рассказывал, как устроил Горбачеву переговоры с... Дай угадаю. Ты все сделал, получил долю, а потом спустил на какое-нибудь идиотское пари. Ну, так-то да. Я тебя уже знаю лучше, чем себя.
Нет. Bienvenido. Despiértate. Despiértate. Вместо Клары я взял тебя. Думаешь, я не заметил бы, что Либертад продает Вивиро Янки? Тебе конец! Когда повстанцы схватили мою семью в 67-м, моего отца швырнули в эту камеру! Меня в соседнюю, мне было 13. Как тебе, Михо? Я так любил общаться с ним через вентиляцию. По ночам. Он учил меня быть сильным, быть мужчиной. Каждый день приходили повстанцы с обвинениями. Мало-помалу он платил за преступления. Но мы все так же общались по ночам. Пока ему не вырвали язык за ложь Яре. Нет! Папа, хватит! Что ты так печешься о нем? А, пропустим пару этапов, Рауль. Вива Либертад. В тот раз в отеле Параиса Дани был там. Ты сказал, что спрятался в туннеле. Дани мог убить меня, отдать меня Либертад. У нас нет времени на ложь. Я не сбегаю. Я слушал, учился, сделал все, как ты сказал. Я буду Эль Пресиденте. Но отпусти Дани. Я не чудовище, Диего. Мы дадим ему шанс. Надо валить отсюда к херам! Давай, да, не давай! Почти все. Херня какая-то.
Дани, нужно поговорить о Кастильо, о Либертат, да и вообще обо всем. Ну, давай, Клара. Нет, не так. Приходи в школу потерянных в Эсперансе. Думаю, ты знаешь, где это. Можно сказать и так. Уже иду. Дани, приходи один. Без Хуана. Это его не касается. Хуан, нас подставили. Кастильо меня ждал. Он и его чертов генерал пытались меня убить. Хесу Кристо, рад, что ты жив. Но это важно. Ты раскололся? Я молчал, как рыба. Уж если стал повстанцем, то на всю жизнь. Мою жизнь спас пацан. Диего. Что? Он убил генерала. Да ладно. Пинга. Отлично, класс. У нас тут начинаются четырехмерные шахматы в космосе. В жопу твои шахматы! Мне все маляры повыдирали. То же самое было со мной в Конго. Только я сделал это сам. Жури сами, как кролик. Хуан, Кларе ничего не говори. Нас спалили. Больше ничего ей знать не нужно. У нее и так дел по горло. А тут еще и тебя чуть не грохнули. Грасиас. Огромное спасибо за просмотр. Подписываемся, ставим лайки, обсуждаем. До новых встреч!